Да. Дорогие друзья, ну вот, вот это вот команда, которая сделала то, что казалось невозможным. Старшие братья, старшие сестры, Дима, давай. Уверена практически в том, что это только первый большой музыкальный фестиваль, первый марафон. Я не знаю, согласится ли Петр еще раз повторить этот эксперимент. Завтра здесь же на стрелке. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу сказать вам огромное-огромное спасибо от лица всех людей замечательных, которые сделали такое великое, большое, доброе дело. Стало больше старших братьев и старших сестер. И, конечно, Петя, ты главная звезда здесь. К тому же ты единственный в белом. И это абсолютно точно, мы не промахнемся. Наш парад в белом. Пианист-виртуоз Петр Андреев. 24 часа. Играл для вас на стрелке Васильевского острова. Мы сделали это. Большой музыкальный марафон на сегодня завершен. Спасибо вам, дорогие друзья. Скажу потом всем ребятам, и по одному, и все вместе, но хотел бы, чтобы это и публично прозвучало. Я, честно говоря, это так спонтанно все произошло. Вот мы готовились меньше, чем за два... Вот здесь мы встретились, когда вот тогда первая наша была встреча с какими-то идеями. Это было меньше, чем два месяца назад. Представляете? То есть просто днем там с кофеечком сидели вот здесь на бордюрчике. А здесь уже стоит белый стенвей и все это. Вот, подожди. Сидели, пошутили просто. Ребят, ну, не то чтобы я там чем-то там много сомневался. Нет, ну, много было просто и организационных моментов, и творческих. Я сам не знал, есть ли у меня такая программа и так далее, и так далее. Как это вообще на холоде, потому что было понятно, что уже мы не успеваем, и дата будет поздний сентябрь. Но, слушайте, я бы никогда сам бы, мне даже в голову не пришло бы все осуществить, и даже я думал, что это нереально вообще. Потому что я так настолько благодарен вам, что вы реально осуществили мою мечту, которая вот, иначе как вот вы, никто бы просто этого не сделал. Слушайте, я просто, я помню, что я, конечно, много нервничал, и было много всего, с чем-то спорил, с чем-то не соглашался, но сейчас, конечно, могу сказать, что, блин, это круто, ребята, это круто. Спасибо вам огромное. Петр еще говорит, снимаю шляпу, дорогие друзья. Пианист Петр Андреев и большая дружная команда. Теперь уже старших братьев, старших сестер, много младшеньких у нас ждут той минуты, когда смогут, взявшись за руки, с людьми встретиться, пообщаться и прийти на следующий большой музыкальный марафон. Надеемся, с Петром Андреевым. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо.